«Добро пожаловать в ислам, брат Джервонта. Альхамдулилля». Так чемпион мира по боксу в разных весовых категориях Баду Джек решил сообщить миру приятную новость, прикрепив к своему посту видеозапись, на которой известный американский боксер-профессионал Джервонта Дэвис произносит шахаду. «Ашхаду ан ла илаха илля Аллах ва ашхаду анна Мухаммадан Расулуллах». Церемония состоялась на днях в мечети Вудуна, штат Мэриленд. Здесь 29-летний известный американский спортсмен стал мусульманином. Прихожане мечети и друзья Джервонты поздравили его с важным решением в своей жизни. В мечети они также совершили коллективный намаз. Известные спортсмены мира уже поздравили Дэвиса с принятием ислама и даже отметили, что он присоединился к Мухаммеду Али и Майку Тайсону, величайшим боксерам мира, которые ранее приняли ислам. Напомним, Джервонта Дэвис является чемпионом мира по боксу в разных весовых категориях. Его рекорд – 29-0. Большинство побед – досрочно. Известно, что Джервонта Дэвис родился в криминальном районе Балтимора. У него было тяжелое детство. Будучи профессиональным спортсменом, Джервонта имел проблемы с законом из-за драк, обвинялся в избиениях и других правонарушениях. Недавно известный боксер находился под домашним арестом и даже провел за решеткой 44 дня. Теперь Джервонта Дэвис начинает свой новый путь.